Привет, Илья. Впереди выходные. Куда посоветуешь сходить? Привет, Максим. Сейчас расскажу. В субботу предлагаю побывать в Расторгуевском парке, где будет дан массовый старт любителям скандинавской ходьбы. Приглашаются все желающие. Начало в полдень. Любителей драматического искусства в субботу ждут в кинотеатре «Искра» на спектакле «Бабушкин сон». Театральный коллектив «Твит» разыграет двухактовую комедию по пьесе Леона Агулянского. Начало в 16:00. Вход свободный. Перейдем к воскресенью. В этот день большая культурная программа. В Центральной Видовской библиотеке творческий вечер писателя и поэта Натальи Власовой. Начало в 15:00. Историко-культурный центр приглашает на ретро-встречу «Я хочу, чтобы песни звучали». Встреча посвящена творчеству композитора Алексея Екимяна и приурочена к 90-летию со дня его рождения. Мероприятие начнется в 2 часа дня. Любителям спорта в воскресенье 9 апреля предлагаю сходить во дворец спорта «Видное», где в рамках чемпионата России женская баскетбольная команда «Спарта НК» примет на паркете команду «Вологда Чиваката». Начало встречи в 18:00. Ну и в заключение о самом массовом из искусств. А кино. В кинотеатре «Искра» долгожданная голливудская премьера. Блокбастер «Призрак в доспехах. Недалекое будущее». Кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера. Фильм снят по мотивам культовой научно-фантастической манги Масамуне Сиро. В главной роли секс-символ Голливуда Скарлетт Йоханссон. На этом все, Максим. Спасибо, Илья. Уверен, что ты пойдешь именно в кино на Скарлетт Йоханссон.